Первенство Рязанской области по спортивной борьбе в дисциплине «Греко-римская борьба» проходило среди воспитанников спортивных школ Рязани, Новомичуринска, Шацка, Ряжска и Михайлова с 3 по 5 марта. Сегодня я соревновалась с мальчиком, такого я еще не видела. Сегодня была область. Все как задумала. Как ты задумала? Выиграть чисто технически и занять первое место. А какие технические моменты ты использовал? Я забирал руку, заходил за спину, сбивал и делал накаты. А соперник сопротивлялся или ты вообще с легкостью? Я с легкостью его выиграл. То есть даже не было никакого? Даже почти не напрягался. Соперничество состоялось в универсальном спортивном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области спортивной школы Олимпийского резерва «Метеор». Состязания проводились на двух коврах одновременно в весовых категориях от 32 до 110 килограмм. Шестьдесят три участника из Рязанской области от 2008 года рождения по 2010 боролись за первенство, которое открывает доступ к участию в соревнованиях Центрального федерального округа. Такое право получили и те, кто попал в тройку лидеров. В Михайловском районе результаты определены среди двух спортивных школ – спортивной школы Олимпийского резерва «Метеор» и Михайловской детско-юношеской спортивной школы. Первые места заняли Тимофей Завалихин, Алексей Данилин, Дмитрий Рунов, Станислав Наумов и Александр Турковский. На втором – Матвей Чекваскин, Егор Гулин, Анатолий Махин и Егор Фетисов. Закрыли тройку лидеров Никита Коньков, Иван Вяткин, Иван Зотов, Иван Макаркин, Борис Мартынов и Егор Щелконогов. Несмотря на довольно молодой возраст для борцов, участники, по оценкам тренеров, хорошо делали приемы, боролись в партии и держали стойку. В основном не было такого, чтобы борьба была закрытой. Также профессиональное судейство из Рязани не оставило замечаний. Для себя тренеры отметили, что с ребятами надо больше работать, не давать им расслабляться и больше ездить на соревнования. Определению нужного вектора в дальнейших тренировках борцам способствует встреча на коврах со спортсменами из других регионов. Владислав Окороков и Евгений Бостраков специально для Михайлов ТВ.